Меня зовут Крюкова Дарья. Мне 9 лет. Я художник. Эта работа называется «Кот в сапогах». Мне очень нравится эта сказка, и я подумала, что можно ее нарисовать. Мой кот в сапогах, он храбрый, добрый, смелый. Я люблю рисовать животных, природу, людей, пейзажи. Я люблю использовать краски яркие, как красный, оранжевый, фиолетовый. Я хожу в музыкальную школу, занимаюсь фортепианом. Кроме рисования, я еще плаванием занимаюсь и заняла второй разряд. Чтобы хорошо рисовать, надо много тренироваться. Я учусь в гимназии номер 4 имени братьев Каменских в 3-м классе. Мой любимый предмет – это русский, литература, технология и ИЗО. Чтобы добиться успеха, надо обладать качествами доброты, смелости, очень быть открытым, чтобы все могли тебя понять. Я хочу стать в будущем парикмахером и делать только собак подстригать, потому что я очень люблю собак, особенно маленьких. У меня дома даже собака есть. Особенной породы. Японский хин. Всем участникам конкурса я желаю счастья, здоровья и чтобы все были всегда радостными и выступали прекрасно. Меня зовут Светова Анастасия. Я из поселка Комсомольца. Мне 14 лет. Я привезла работу акрилом «Любовью хранимый, мой край родимый». На ней нарисована мельница, стоящая в поле с рожью. Я увидела картинку, и она мне очень понравилась. Она меня вдохновила на то, чтобы нарисовать эту картину. Начинающим художникам я бы посоветовала, чтобы они рисовали так, как они все это видят, и не пугались того, что у них не получается. Всегда можно все исправить. Я люблю гулять, читать, кататься на коньках. Я учусь в комсомольской школе в 7-м классе. Мне больше всего нравится предмет ИЗО. И не очень нравится предмет технология. Я вижу себя будущим учителем. Изобразительное искусство. Я смешная и очень болтливая. Чтобы добиться успеха, надо быть старательным, аккуратным и находчивым. Я желаю, чтобы все участники продолжали развиваться в своем искусстве и чтобы все было хорошо. Но самой себе я желаю хорошо окончить школу искусств.